Ну, настроение у меня в основном хорошее, то есть я не могу сказать, что как-то я очень сильно переживаю непосредственно до выхода на сцену, поэтому такая атмосфера действительно большого события, праздника, много общения с разными людьми, с публикой, с другими участниками, поэтому это все очень радует, конечно. Не могу сказать, что как-то особенно готовился я очень люблю эту сонату, очень люблю ее играть, люблю ее слушать, поэтому это произведение для меня одно из любимых на данный момент, и я действительно им горю и очень хочу найти что-то новое для себя в нем, поэтому каждое исполнение этой сонаты для меня это открытие, это загадка и большое удовольствие. Слушал немножко на первом туре, но поскольку между первым и вторым туром было очень мало времени, всего один день перерыва, на втором туре я не слушал никого. Пожелаю вдохновения, сил, крепких нервов и удачи. Себе того же самого.